Приветствую вас на канале Red Cat. Впервые в Украине 18 мая 2017 года в Киев прилетели Бонстики 2. Я очень рад, что канал Red Cat стал первым, у кого появились Бонстики 2 в Украине. Спустя буквально 4 дня после официального их выхода в Республике Беларусь. Вот такая вот замечательная коробка ко мне приземлилась. Рейс у нее был Бонитрон 24 евро опт, после чего она залетела в Киев. К сожалению, моя камера в ремонте, поэтому снять классное видео я смогу для вас только где-то через неделю. А сейчас я могу лишь показать фото коробочки. Даже снизу коробочки вы можете увидеть, какой мощный двигатель стоит в этом звездолете. Первое, что я увидел, это игра. Я получил от вас очень много комментариев по прошлому видео, в котором вы сказали, что все-таки в этой коробочке есть игра, и сейчас я сам в этом убедился. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Ну а с другой стороны коробочки меня ждала просто таки толпа бонстиков. Вот такие они прикольные фигурки, отличного качества, замечательные, как и прошлая коллекция, просто великолепная. Новинкой этой коллекции стало то, что 4 фигурки из них светятся, 2 синеватым светом и 2 зеленоватым. Те, которые прозрачные фигурки, светятся намного лучше зеленым приятным светом, как в принципе похоже очень на стикизы. Думаю, о фигурках мы будем говорить еще много, поэтому хочу еще раз вам показать сам альбом. А вернее даже сравнить его с альбомом стикизов из первой коллекции, потому что именно он стал аналогом для этого альбома. Слева от вас альбом, который вышел в Европе в далеком 2013 году. Он квадратной формы и у него есть ручка для того, чтобы его носить. А теперь вы можете увидеть, насколько они похожи внутри. Как вы видите, точно такие же слоты, круглые, в виде замочков. Скажем так, довольно-таки неудобные слоты для того, чтобы их доставать и ставить обратно, но тем не менее довольно-таки эффектно смотрятся. И они там хорошо крепятся, так что можно спокойно носить подобную коробочку. Коробочки для бонстиков вы также найдете небольшой комикс. Конечно же, коробка для бонстиков мне нравится намного больше, она реально крутая. И я думаю, обязательно еще покажу отдельный видеообзор этой коробки. Ну что ж, это, собственно, все, что я хотел вам сказать на сейчас. Дальше вас ждет очень много крутых батлов с бонстиками, стикизами. Так что подписывайтесь на канал и не пропустите эти видео. Ставьте лайк, кому понравилось, и до новой встречи на канале Red Cat. Всем пока!